красиво, когда цветут деревья. Мы сейчас проезжали, прям цветение такое. Опять дождик начинается. Ну, он мелкий. Не, ну да, сейчас уже как бы посветлее стало. Светлее. Нам до нашей точки... Архипа-Осевка. Осталось, да, Архипа-Осевка. Километров, наверное, 60 до Геленджика. А машин так, ну, не сильно много, да, мне кажется? Как-то в середине лета больше. Видите, кладбище рядом здесь. Прям возле дороги. Ну все, дождик начинается. Вот цветет красота, прям деревья цветут. Я думаю, что сейчас выйдешь, и там ароматы прям такие должны быть. Товарищ, я на почту заезжал, у нас платил. Тоже что-то цвело. Там вообще идеально, просто даже один запах, не отходи. Хоть я не любитель, но все равно прям так приятно как. Да. Это вот получается Архипа-Осипка, куда мы сейчас приезжаем? Мы тут не были ни разу. Ну, нет. Кто-то был. Да, кто-то есть. Не бабка с дедом. Может быть, я не знаю. Ой, вот тут что-то такое красивое. Чем едут все туристы сюда? Да? Да-да-да. Не посмотришь, прям так здорово. Пейзажи такие со всех сторон. Да. Пейзажи. И такие домики, как скворечники. Везде, да, натыканы. Ой, там вон церковь какая-то. С правой стороны. Сейчас не знаю, видно будет, не видно. Посмотрим. Какой-то храм. Я не знаю, мне вот нравится приезжать, когда смотришь, церковь стоит. Они все такие разные, красивые. Сезон видно нету, да? Ну зато фруктов вон. Много? Ну да, кстати, вон фрукт. Фруктики. Кукурузка вон, клубничка, яблочки. Гранат вон, по-моему, там что-то такое. Фокус потерялся. Клубничка прям так аппетитненько там. А у нас в Магните клубника, я смотрела, вот мы недавно, дорого там она была. 400 рублей. С чем-то даже, по-моему, почти 500. Ну, оно, может, да, и здесь дорого, кто знает. Ну, сейчас скоро сезон клубники будет. Мне интересно, у нас вообще будет клубника? Домашняя. Слушай, а мы с тобой вот Феникс проезжали в прошлом году. Ехали уже к осени, да, когда из Абхазии. Могли мы здесь приезжать? Нет, разве не здесь мы приезжали? Мы, если только могли, когда в Кабардинку ехали, точнее, с Кабардинки, по-моему, ехали. А помнишь, вот подтопления было какие-то, прям подтоплены были? Не помнишь? Ну ладно, значит, может, не здесь мы ехали, я могу что-то путать. Есть прям новые, есть старые, уже такие сыпящиеся. Вот тоже старые, пожалуйста, забитые уже весь. Может быть, кто-то цену слишком большую, как всегда у нас, да, запросил. Возможно. На продажу то, что...
кто-то, знаешь, вот это написано «продаю», да, там это все остальное. Угу. Я не вижу ни одной вывески «жилье у моря», да, там. А, ну, кстати, да. В принципе, начало сезона. Сезона, может быть, потом будет. Сейчас кто едет, может быть, не так сильно еще. Ну да. Летом все-таки мы поедем в Абхазию. Обязательно мы поедем в Абхазию. Я себе даю такую установку. Нужно поехать в Абхазию. Не знаю почему, но я прям в Абхазию влюбилась. Мне даже в Крым не хочется. Ой, ну у тебя что-то все разговаривается, меня перебивать. Даже в Крым мне не так хочется, как в Абхазию. Не знаю, тебе, может быть, просто развалины. Вообще там как-то все по-другому. А как, в принципе? По большому счету я не вижу ничего там сверхъестественного. Не знаю, мы вот ездили, я прям душой там отдохнула. Несмотря на то, что мы с тобой все время были в пути, но бегом, как бы все равно классно. Так что вот так. Мы могли бы, конечно, и сейчас туда поехать. Но поедем, когда уже втроем туда. Я считаю, что все равно по времени очень далековато, да? Сюда 1000 километров выходит, туда выходит 1500 километров. Плюсом добираться по сопкам. Это время, очень много теряешь времени. Вот мы здесь вот эти 100 километров, да, едем, говоря. Здесь не сопки, просто поворот за поворотом, да? И то скорость у нас 40-50, да, там где-то есть до 70-80 максимум. Больше мы даже не разгоняемся. Вообще не разгоняемся. Ну, мы и не спешим, в принципе. Мы можем, конечно, где-то обгонять, но смысла я не вижу этого. Ну да. Мы встали вот и едем, грубо говоря, за одной машиной. Даже дергаться смысла нет обгонять. Потому что этого обгонишься, встанешь на следующей машине. И так она идет по кругу. Да-да-да. Плюс-минус даже нет. Не, ну, в принципе, вот мы с тобой сейчас едем. Геленджик выбрали, да, решили. Мы там не были, надо посмотреть все-таки. Ну, в те места, в которые мы обычно ездим, да, мы уже стараемся не возвращаться. Но это прям, если исключение очень-очень понравится. И то вот мы поедем опять в Абхазию, мы скорее, ну, не знаю, остановимся опять в Хагре или все-таки поедем в Сухум. Мне кажется, поедем мы сразу. Наверное, в Сухум поедем, да? В Гагре мы были, мы облазили там в Гаграх, все. Да, мы были. Смысл нам там и постоянно, грубо говоря, брать экскурсию. Мы просто там все облазили, как бы хочется что-то новое посмотреть. Ехать в Сухум, да, брать экскурсию. Да. Это целый день. На целый, да. Далековато, да, там порядка, я не помню сколько, 200, по-моему, километров. Ну да, да. Где-то так, вроде бы... Я смотрел, а там не знаю. Ну да. Не вспомню сейчас. Точно я не могу сказать. Даже больше, по-моему, Жень. Ну, может быть, больше, но не в этом смысле. Просто вот это вот катание, да, на автобусе. 3 часа туда, 3 часа обратно. Смысл. Ну да. А если что-то понравится, там не будем сходить. Здесь мы все обходили. Проще туда приехать, найти жилье там. И где, если что-то понравится, не понравится, мы можем... За один день не спешить. Мы можем туда сходить, туда сходить, да. Туда сходить. Мы больше потратим денег за экскурсию. Да. Съездить с тобой, да, один раз туда. Чем мы что-то там это, на бензин на свой же такой же потратим, как говоря. Ну да. Время. Так что вот так. Главное, что все было хорошо. Ну, особо планировать так вот прям 100%, давайте я теперь уверенности не могу, потому что у нас были с тобой планы, да, и на начало весны, и тут как бы все немножечко не по плану пошло. Ну, ладно, уже теперь как идет, так идет, поэтому будем надеяться, что получится. Ну, а не получится, не будем расстраиваться, получится, значит, в другой раз. Все не только от нас зависит, а еще и от обстоятельств. Который сейчас везде.